Mai 2007. Dieses rätselhafte Wesen gerät in eine Falle auf einer Farm in Mexiko. Der Bauer ertränkt die Lebensform aus Angst. Seit Ende 2008 wird der Kadaver wissenschaftlich untersucht und der Fall wird immer rätselhafter. Mittlerweile fragen sich selbst seriöse Wissenschaftler, ob das Wesen von dieser Welt ist. Die Tests in den Labors ergaben, es handelt sich um keine Art, die auf der Erde bekannt ist. Der Körperbau weist offenbar Merkmale von Echsen, aber auch von Menschen auf. Das Lebewesen hatte ein besonders großes Gehirn, war möglicherweise sehr intelligent. In der Region um Metepec gibt es häufig Berichte von UFO-Sichtungen und Kornkreisen. Daher der Verdacht, es könnte sich um ein Wesen handeln, das von außerirdischen Besuchern zurückgelassen wurde. Bauern berichten, sie hätten damals ein zweites Wesen fliehen sehen. Эта программа является попыткой разобраться в одной из самых необычных историй 20 века. При внешнем осмотре специалисты обнаружили, что существо имеет ряд аномалий, не свойственных человеческому строению. Ни патологоанатом, ни фельдшер никогда не сталкивались ни с чем подобным. Все было необычно. Голова, вот это вот ручки, ножки, потом остатки вот этой кожицы. Конечности, то есть все было такое вот, не как вот ребенок, там, выкидыш какой-то. Он, значит, выглядел серым абсолютно, кожные покровы были серого цвета, такой немножко студенистый был на внешний вид, мягкий. Также ее поразило, что, значит, как она объяснила, у него был кошачий зрачок вертикальный, отсутствовали ушные раковины. Волосного покрова она не заметила, но вот цвет кожи странный, конечно, был серый. Потом она сказала, что один глаз у него был, значит, черный, другой красный. Тамара Просвирина кормила Алешеньку сгущенкой, конфетами и творожными сырками. Пожилая женщина, видимо, считала, что это вполне подходящая пища для ребенка. Конфетки, в том числе и риски, сосательные конфетки, молочко, сгущенное молочко, водичку, то есть такие легкие продукты, ну то, что детям обычно не дается. Примерно так пахнет новая машина внутри, примерно так пахнет пластмассовая игрушка, но так никогда не пахнут живые люди. Так или иначе, Алешенька умер, но как же он все-таки выглядел при жизни? Исследователь Кыштымской загадки Вадим Чернобров со слов очевидцев составил фоторобот удивительного создания. Нарисован он в натуральную величину, то есть именно такой и был при жизни. Примерно такой же пухленький, примерно такой же длины ручки, ножки, глаза, ротик, примерно такой же формы череп. По-видимому, этот рисунок наиболее точно отражает внешний облик кыштымского карлика. Исследователи скрупулезно собирали все замечания и уточнения. Всего насчитали 20 отличий от Homo sapiens. Это кошачьи глаза, это череп в форме тюльпанчика, это отсутствие ушных раковин, рот полный зубов, полный набор зубов, язычок ложечкой, полное отсутствие шеи и почти полное отсутствие носа, отсутствие первичных, вторичных половых признаков на теле вообще, отсутствие органов выделения вообще, отсутствие пупка вообще. Такое количество необычных фактов позволяет выдвинуть множество версий происхождения кыштымского феномена. Я задал вопрос этим санитарам. А как вы могли оставить, неважно, еще раз подчеркиваю, я не утверждаю, что это инопланетянин, вы оставили живое существо, в тот момент беспомощное. Женщина кричала, умоляла вас не убивать его. То есть своим бездействием вы фактически убили его. Вы знаете, что ответили мне санитары?
Они сказали, это мы подумали, что это был котенок. Я сколько ни смотрел на фотографии, на видеозаписи, кого угодно можно увидеть в этом существе, но только не котенка. Строение черепа Алешеньки характерно скорее для разумного существа, так как лобные доли явно больше, чем лицевой отдел. Кыштымский карлик вообще вряд ли мог быть представителем животного мира. По словам врачей, осматривавших мумию, он должен был ходить на двух ногах, хотя руки были несколько длиннее, чем у человека. Для того, чтобы поставить точку в этой истории, нужны были дополнительные исследования. Ну, я даже вплоть до того, что созванивался, в общем-то, в Челябинск, выяснял, ну, там тоже объяснили, что вроде бы эта экспертиза очень дорогостоящая, и чтобы ее выполнить, ну, за свой счет это нереально. Нужно либо такие постановления о возбуждении уголовного дела и постановления о назначении экспертизы. Однако, когда в руки следователю Бендлину попала газетная вырезка, он связался с обществом «Звездная академия НЛО «Контакт» по методу Золотова» из города Каменец-Уральский. По прошествии 2 часов эти люди были уже в Кыштыме. Значит, прибыл автомобиль BMW новейший и автомобиль АК. Но это тоже опять-таки подкупило, потому что, ну, на BMW романтики простые не ездят. Тем более, все-таки это для таких городов, как Кыштым и Каменск-Уральский, этот автомобиль считался, ну, классом недосягаемым на тот момент. Вот единицы только владели такими машинами у нас в городе. Представители сомнительной организации забрали мумифицированный труп существа якобы для дальнейших исследований. Я передал, так скажем, эту мумию, передал негативы фотографии и передал, значит, я тот материал, который я изъял на этом адресе, это, так скажем, вот эта плащаница и вот этот ватный матрасик, значит, на котором лежал этот самый Алешенька. На этом след кыштымского карлика теряется. Есть основания предполагать, что в этой истории могли быть замешаны спецслужбы. На этом в деле кыштымского карлика можно было бы поставить точку. Но события, которые, возможно, произошли в Пуэрто-Рико 20 лет назад, подтверждают самые фантастические гипотезы. В горах этой страны местными жителями был убит палкой точно такой же Алешенька. Совпадают даже мелкие детали. Строение черепа, скелета, размеры мумии. Схожая дальнейшая судьба останков гуманоидов. После того, как этим случаем заинтересовались спецслужбы США, исчезли все фактические следы пребывания в Пуэрто-Рико загадочного брата кыштымского карлика. Habitantes de una ciudad están atemorizados ante lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Desde México, Alejandro Mendoza tiene los impactantes testimonios. Por ejemplo, ¿por qué no siguió derecho? Tras revisar una y otra vez el video, Jerónimo junto a los integrantes del OVNIclub Nuevo León comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más, hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro, así con plumas, dos garras negras, así negras. Ajá, me asusto y me doy cuenta que donde la veo así, pero ella iba agachada. Entonces me hago para atrás, me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado al cerrar la puerta venía otro. Según él, una noche cuando vigilaba este lote de autos recibió la visita de dos seres que volaban sobre el panteón de Santa Catarina, ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. 2 años antes, Leonardo Samaniego relató un encuentro similar. Curiosamente, él también era un policía. Estaba vestido de negro y tenía unos ojos grandes. Y es morena. Pues ya no la alcancé a ver más. Estaba vestido de negro y traía un gorro con una punta hacia atrás. Pero no tenía nada, escoba, nada. Pues iba volando sola.
El oficial Samaniego, quien trabaja en un municipio distinto al de su colega, contó mientras era auxiliado por paramédicos que una bruja lo había atacado, dejándolo inconsciente. Los noticieros locales comenzaron a dar cuenta de otros inquietantes sucesos. La supuesta bruja de poco más de metro y medio de altura. Surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNICLUB. Hasta ahora nadie ha podido determinar la naturaleza de ese extraño objeto o ser que fue captado justo en la cúspide de esta montaña, aunque sus características coinciden en ciertos casos con las que dieron los dos oficiales de policía que aseguran haber tenido frente a sus propias narices a una bruja, misma que de acuerdo a algunos investigadores del fenómeno OVNI sigue rondando los cielos de esta ciudad. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen, llegaron a una nueva y sofisticada teoría. De manera personal, yo me inclino a pensar que se trata de una entidad extraterrestre. Y esta entidad extraterrestre va montada prácticamente sobre un aparato individual para volar. Con esta nueva hipótesis acudimos a buscar la opinión de una conocida astrónoma y su respuesta fue contundente. No hay evidencia, lástima. Concluyó que cuando no se puede probar la naturaleza de un objeto, la gente suele ponerle rostro y nombre según sus experiencias previas, lo que podría haber ocurrido en este caso. Vamos a suponer que usted y yo queremos hacer lo mismo. Entonces, mis antenitas de marciano, que digo, ¿cómo sabe usted que yo no soy extraterrestre? A ver, ¿cómo sabe? Si yo tengo aquí mis antenas de marciano, pruébeme lo que no soy extraterrestre. Pero entonces, ¿qué es eso que parece seguir rondando los cielos de Monterrey? Como lo dije una vez, en el misterio, todas las posibilidades están...